Распространителя наркотиков задержал столичный наркоконтроль. 30-летний мужчина успел оборудовать 20 тайников. Координаты мест, где спрятаны закладки, были записаны в телефоне подозреваемого. Товар обнаружен и изъят. И уже после в квартире дилера также были найдены наркотики, упаковочные материалы и приспособления для курения. Общий вес гашиша составил 64 грамма. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за распространение наркотиков. Ранен уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление.